Привет, друзья! Вы на канале Energy TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игры Prison Architect. Собственно, я надеюсь, что мы сегодня закончим кампанию с данной тюрьмой. Собственно, нам тут осталось, по сути, заработать только 100 тысяч, поэтому, собственно, мы сегодня будем стремительно стараться зарабатывать. Также, да, мне дают советы по-прежнему по той или иной теме. Но насчет темы с едой я, скорее всего, просто сейчас не буду заморачиваться пока что. Поэтому... С питанием. Поэтому просто, в принципе, спасибо, конечно, но я, наверное, думаю, не буду заморачиваться. Количество пищи, разнообразие. В принципе, я это оставлю так, как есть. Ничего особо менять не буду. Да, в принципе, может там, кстати, а сколько там за эту тему мне заплатят? Там, по-моему, кстати, не такие уж большие бабки дают гаранты, да? Ну-ка. Внутреннее питание. Все, 15 тысяч, я просто не буду париться. Так, реформа. Что такое реформа? Ну-ка, а, ну это образовательная программа, ладно. Нам пока просто некуда образование-то впихивать. Так, логистика рабочих мест. Так, нам надо сколько-то устроить? Устроить трех заключенных на работу в прачечной. Давайте. Раз, два, три. Так, рабочих мест. Устроить трех заключенных на работу в кухне. А в кухне мы просто так же не устроим, правильно? У нас должно, чтобы... Заключенные сдали экзамен или нет? Вот, кстати, вот это тоже вопрос у меня. Квалифицированных заключенных ноль. Необходима безопасность и гигиена на кухне. Кстати, у меня этого режима, в принципе, не включено, да? Да, надо включить. Программа. Так, техника безопасности мастерской. Нет оборудования. Непонятно. О. Что, ничего, появилось оборудование, что ли? А что это было сейчас такое? Нет оборудования, это что еще такое? Непонятно. Так, ладно, сейчас секунду, поправлю. Хорошо, я понял. Так, понаблюдаем сейчас немножко. Так, здесь у нас наконец-то начали мыться заключенные. Правда, сами не все почему-то. Почему-то, смотри, моются не все. Используются только там пару этих душевых. Я вот все-таки до конца понять не могу, почему так. Почему оно происходит именно так. Что здесь, что... Ну-ка, здесь как? Здесь, к сожалению, я не вижу. Там и охранников нет. То ли помещение и маленькое, то ли чего. Абсолютно, кстати, везде идентично. Так, ну давайте, наверное, назначу. Наверное, когда кто-нибудь обучится, они сами придут, да, правильно, их назначат. Поэтому давайте просто... Так, устроить... Устроить заключенных на работу в кладовке. Давай устроить трое. Ну, там в кладовке-то втроем-то делать нечего. Ну ладно, пусть будет. Так. О, смотри-ка. Махач, махач. Все нормально-то? Ну, у нас охранники нормальные, мощные, они быстро устаканят, да? Ну, все нормально. Любая попытка бунта. Так, давайте, кстати, я давно не проводил огонь на поражение. Нихера себе, нет, это не надо. Так, обыск. Давно я не устра... Давно я не устраивал обыск, что-то мне кажется. Так, ладно. Обыск у нас продолжается. Дальше, ладно, на работу я сюда устроил, так что они должны здесь прачечные будут работать. Объяснили мне, что делает мастерская, я в принципе понял. Ну, пока там нету работников. Почему-то они очень вяло и медленно обучаются. Так, вот, техника безопасности мастерской, получается, один есть, да, это получается один уже сдал, да, наверное. Ну-ка. Просто завалили мастерскую всяким материалом, тут еще работников нет, зато уже материалов. Ну, это назначил, если появится, наверное, один хотя бы заключенный, который сдаст экзамен, то его сюда сразу пошлют. Так, хорошо, тюремный блок увеличит на 200 человек, это я пока не делаю. Кстати, у нас общая камера почти пустует. Можно, в принципе, немножко еще подвести, так сказать, заключенных, да? Так, нет, это же прибытие, давайте еще, ну, хотя бы пятерых еще приму. Все. Да, может быть, кого-нибудь еще освободят. Ну, смотри, кстати, освобождение проходит не так уж успешно, как я думал. Видать, очень мало себя заключенных идут правильно и хорошо. Соответственно, условно-досрочного никому тут особо не светят. Так, ждут освобождения 36 человек. Ага, ну что-то как-то не... Где?
Что-то, видать, может, им времени не хватает всех прослушать, посмотреть там, не знаю. Так, посетители в тюрьме 20, так, ага, 9 групп. Посетители с 8 до 20. Угу. Опять же, тут посещают, все, в принципе, от меня, опять же, тут, по-моему, никак не зависит. Смотри, а что это тут волкодавы делают, смотри. А, это то, что я понанимал, что ли? Наверное, да. Тут какие-то кровавые пятна. Кто-то истекает, походу. А нефиг бунтовать, истекать не будешь. Так, прочесть письмо директора. На это я вообще уже делал, кстати говоря. Прибытие заключенных. 38 человек ждут слушания. Так, посетители. Уставшие сотрудники. Отчеты о происшествиях. 15 человек. Так, ожидает отправления в карцер. Заработать деньги через систему гарантов. Там уже через систему гарантов, в принципе, ничего такого больше не осталось. Интересного. Так. Все. О, карточка, ну-ка. Ну, тут, по сути, то же самое. Просто мужик разговаривает с ними по телефону, в принципе. Ничего нового нам эта карточка не показала. Смотри-ка, заключенный, получается, работа на кухне, что ли? Ну-ка, подожди-ка. А, ну хотя как он может работать, если туда, в принципе. Так, давай-ка, наверное, я эти двери поменяю. Чё у меня, почему у меня три заключенных, что они делают на кухне? Так, давайте-ка я поменяю там двери, все-таки поставлю их на служебные двери. Служебное помещение. Им тут делать абсолютно нечего. А то они явно оттуда какие-нибудь ножи, еще что-нибудь таскают, блин. Так, ну что мы тут нашли? Дубинки, бита. Ложки, ножи всякие, телефоны, сигареты, ну все ясно, ладно. Уровень опасности медиум. Что это так? С чего это вдруг поднялось у меня уровень опасности? Я не понял. Все, сейчас мы это здесь поставим. Нормальные двери. Для служебного помещения. Так, хоп. Сейчас разберет. Все. И теперь уже сюда, кроме, собственно, тех, кто здесь будет работать, никто не смогут зайти, да? Ну и, наверное, заключенных, которые там пройдут экзамены, сдадут и уже будут так. Будут уже там работать совершенно не боясь и официально. А то ходят, понимаешь ли, подбирают, забирают предметы, ножи и все такое. Нефиг им там делать, я считаю. Так, хорошо. Хорошо. Так, пришли на свиданочку. Кстати, а почему у меня нет охраны в комнате свидания? Давайте назначим тоже одного. Пусть ходит, наблюдает. Почему? Что это такое? Там надо наблюдать. Смотри, может, им там передадут нафиг это. Какую-нибудь это, требуху, блин. Так, давайте собаку. Здесь назначим, пусть патрулирует. Правда, говорю, собаки какие-то сломанные, если честно. Почему-то они... Ну, смотри, она даже не назначается. Какие-то они багованные, что ли. Они не работают. Они сначала работают, потом не работают. Сломанные псы. Ладно. Смотри, кстати, в карцере. О, ну-ка. Хер ли ты тут свои губы вытаращил. Вместе с глазами. Нихер бедокурить, и сидеть бы не пришлось. Здесь у нас столовка, смотри, переполненная просто заключенными. Так, хорошо. На прогулочку ведут. Так. Так, так, так. Грязная роба. Что-то только никто не носит. Ладно, давно ее заключен, нужно носить, да, я так понимаю. Носить, относить. Сейчас, секундочку, я кое-что уберу. Опа. Так, вот у нас вижу ежедневная прибыль. А то я просто я из-за веб-камеры не видел эту ежедневную прибыль. Хорошо. Не такая уж и нагная прибыль. Так, что у нас? Здесь у нас трое, здесь у нас трое, здесь у нас никто не работает. Здесь у нас никто не работает. Так, друзья, давайте, наверное, я пока поставлю, потому что больше я особо ничего делать не буду. Я поставлю пока на паузу. Что-то, если интересное появится, я включу. Буду что-то думать. А пока просто буду зарабатывать. Думаю, этот момент я пропущу, потому что здесь, в принципе, ну, рутина очень медленная.
Просто чтобы на этом не заострять сильно внимание. Кстати, у нас здесь. Ну-ка, подожди-ка. Подожди-ка, у нас что-то генератор там уже дышит из последних сил. Скоро, кстати. Ой. Ага. Пять. Не, пятак, что-то мне жалко. Жалко мне пятак. Жалко, да я вот эти две. Две эти херовины поставлю. И все. Все. Так что сейчас немножко поднакоплю денег, посмотрю пока что посмотрю, повыполняю. Ну, тут гарантов больше никаких особо и нет таких. Получается, надо выполнить все гаранты, да? Может быть, я сейчас, кстати, из пищи все-таки подумаю, пока все равно делать больше нечего. Кстати говоря, дай-ка подумаем. Где там у нас режимы? Нет, это не то. Так, два раза у нас режимы питания. Двухразовая, да? Один раз в сутки. Три раза в сутки, да? Получается, первое, это нужно... Давай, все-таки возьму его. Все-таки возьму. Первое, получается, нужно подавать один раз в сутки низкое там содержимое, я так понял, правильно. Хорошо, ладно. Так, тогда получается один раз... Сейчас у нас ночь начнется, они спать лягут, я на следующий день поставлю один раз в сутки питание. Низкое там все такое, как они просят. Я чувствую, точно до бунта доведут от нормального такого, когда он не прикинь, утром придут на обед, а обеда не будет. Так, оценка качества камер, ну-ка. Это что, а кто оценивает, зэки? Естественно, им будет не нравиться. Так, все ясно, ладно. Ладно, я понял. Экстренная служба нам пока не надо, логистика тоже нам пока не надо. Хорошо. Блять, они ложкой что-то в спину чешешь, что ли? Я не понимаю. Вы давайте ешьте и там не это. Не это, не туда мне. Смотрите, я за вами наблюдаю. Так, давайте побыстрее все это, чтобы они побыстрее спать легли. Вот это у них трапеза закончилась. И все. Ну зато, кстати, вооружение никто не зовет. Настолько тут псов стоит, вот, смотри, и вооруженная охрана, и тебе собаки, и вообще все на свете. Кстати, вооруженных охранников у нас еще два человека есть. Может, мы хотя бы их хоть назначим. Так, давай тогда вот сюда вооруженных назначим. Опа. Назначится, нет? О! Смотри, вооруженный сразу назначается. А пес не хочет. Вот что такое? Почему так? Так, у нас здесь два охранника по основному двору. По внутреннему, по внешнему. А псы не хотят работать сами. Псы отказываются. Давай сюда. Вот так вот назначу. Есть там еще? Есть. Отлично. Все, ну а здесь... По-моему, у меня больше нет вооруженных охранников. А нет, слушай, еще есть. Все, ништяк, ладно. Пусть ходят по боксу. По тюремному. Так, самое главное там, чтобы в боксе кроме них еще были охранники, а то, блин. Так, охранники. Здесь двое, троих поставим. Здесь двое. Тоже троих поставим. Все равно охранников у меня, блин, как это. Дофига и больше. Поэтому надо их немножко расставить, пусть они патрули там будут конкретно. Так, давайте, наверное, сюда охранника, то может тоже чуть-чуть учредить. Одного охранника поставлю, пусть там смотрит, наблюдает за порядком. Так, и все, в общем-то. Все, у нас идет сон час, давайте тогда экспериментировать с едой. Попробую все-таки я эту тему. Так, так, это понятно. Это понятно, блин, все. А, вот, режимы. Питание, давайте тогда... Так, низкий там что-то один час только поставить, что ли? Сейчас еще раз посмотрю. Так, два дня подавать малое количество и низкое... Низкое разнообразие пищи один раз в сутки. Один раз в сутки. Ну там не про час просто, да, один раз в сутки. Ладно, давай. Тогда пока что мы место питания, что им сделаем? Давай, получается, днем, вот эти 2 часа, да?
Так, а остальное время мы сделаем. Да на работу, господи, чё? Или не? Не-не-не. Подожди, давай тогда двор. Двор, двор, да, двор. Так вот сделаем, пока двор. Так, ладно, я пока время на паузу поставлю, чтобы перемотать все это дело. Интересно заметил факт. Я вот сейчас провожу эксперимент с пищей, да? И вот почти сутки уже прошли. В общем, заключенные, получается, уже дважды попытались устроить бунт. Ну, естественно, само собой разумеющееся, то, что люди-то недовольны тем, что питание-то никчемное, их вообще почти не кормят. И они уже, короче, один раз устроили бунт во дворе, но охранники их быстренько усмирили. И второй бунт устроили в общей камере. Тоже вот их тут трое было, помню. Хотя, подожди, их трое было больше. Эти почему тут? Одного увели в карцер, видать, бунтаря самого главного. А, нет, не в карцер, его просто в камеру увели, да? Почему у нас, кстати, серьезно раненый охранник на патруле? Его надо в клинику. Ну, блин, крови он идет, истекает, а он работает. Вот это я понимаю, верный человек в своей работе. Так, что так. Ну, собственно, больше, в принципе, пока больше ничего интересного не произошло. Просто вот замечаю. Вот, сами заключенные в больнице, на больничной койке, а охранник на службе. Да, ясно. Хорошо, ладно, продолжаем пока. Здесь я заметил, у меня работают парни все-таки. Здесь я поменял станки, потому что они здесь стояли и были. На них нельзя было работать. Не сразу заметил знаки. Ну и, в общем-то, все. Остальное все, друзья мои, спокойно. И мы идем спокойно к нашей цели. Уже на данный момент 27 тысяч. Я немножко потратился на электрошокер для всех охранников. Поэтому у меня было чуть больше. Сейчас чуть меньше. И, кстати, поувольнял я полностью всех кинологов, потому что, ну, толку от них никакого вообще абсолютно нет. Они только деньги собирают. У меня была прибыль 2500, стало 4, почти 4500, да. Поувольнял этих гребаных кинологов, потому что никакого. Ну, реально от них пользы ноль. Сидят они вот здесь вооруженные и ничего не делают. Вот. Увольняешь, самое главное, кого-нибудь одного или кинолога, или собаку. И начинает там какой-то второй, типа, либо собака, либо кинолог. Просто убегать, типа, не-не-не, я работаю, работаю, не увольняй меня. Да толку от этих, я не знаю. Может быть, что-то я неправильно сделал. Так, также я выполнил задание по найму заключенных в столовую. Я просто их поставил, как бы их нету, конечно, но я их поставил. И вроде как все, задание выполнено, денежка получена. Вот, самое главное, дубэк попробуем. И все, это все, что, в принципе, изменилось. Так что продолжаем ждать нашу сумму. А, ну и проводим эксперименты. Сейчас, получается, первый день закончен, завтра следующий, второй день эксперимента с малой подачей пищи. А потом будем проводить с крупной подачей пищи. Соответственно, все это дело я, естественно, проинформирую и включу. Все. А теперь... Ух, не знаю, слышно, не было. В общем, на паузу и увидимся уже в следующий раз. При интересном какой-то моменте, либо при выполнении задания. Просто сейчас реально пока просто больше смотреть нечего. Тут у нас все спят. Вот, видите. Уборщики пошли по камерам рассказывать страшные сказки заключенным, чтобы они больше не бедокурили. Ладно. Здесь уже, кстати, заснули. Кстати, у меня где-то одна камера есть, там две кровати-то я поставил. Я так за ней не последил. Там два заключенных сидят или один? Нет, Саня, все-таки одноместная камера, да? А если бы я второй унитаз поставил? Ну-ка, давайте проверим. Просто, ну, я ради прикола такой. Следствие эксперимент. Будут они как бы... А, тут некуда, да? Давай проверим. Если что, убрать всегда можно. Просто мне интересно. Так. Заселят сюда еще одного или нет? Смотри, главное, это... Тюремную робу. Так, переключить между объектами. Проверим, будут сюда заключенного помещать или не будут. Ладно, пока пауза. Так, ну что, нам звонит мэр Келвин. Давайте пообщаемся с ним. Ой. Твоя тюрьма соответствует минимальным требованиям штата. В каком направлении двигаться дальше, решать тебе. Дальнейшие шаги полностью зависят от решения твоей компании и от тебя лично. Нас в мэрии заботит только одна цифра. Показатель... рецидивности преступности. Если сможешь снизить этот показатель, считай, что ты добился успеха. Такие люди, как доктор Херц, считают, что вероятность рецидива можно снизить только с помощью образования, реформ, профессиональной подготовки и так далее и тому подобное. Я думаю, наказание ничем не хуже.
Но решать тебе. Желаю удачи. Это что такое, блин? Ну, в общем, суть понятна. Нам докинули еще задание. Я тут, понимаешь ли, тут такой весь уже на парах, думал, все заканчивается. Ага. Ой, получается, нам в любом случае надо будет покупать еще одну территорию. И делать, собственно... Так, и делать, собственно, дальше наши дела. Реформу получается либо с помощью, как говорится, кнута. О, это что такое? Опачки. Что-то запустилось. Сюжетная какая-то. Так, посмотрим. По-прежнему ничего? Сколько уже прошло? Я сбился со счета. Ни звонков, ни писем. Мне жаль, Морган. Неприятно это, но для тебя выпал такой шанс, не упусти его. Комната... А, условно досрочного. Удачи, Генри. Я чуть не моя тема. Не говори им, что... То, что они хотят услышать. Ты что подсказываешь? Он должен сам соображать. Ой, простите, мне пора в прямой эфир через минуту. Аж подавился, блин. Смотри, какой-то усатый качок сидит. Мы продолжаем особый выпуск новостей СНДС. У нас в прямом эфире мэр Келвин Хеллер. Также к нам присоединится доктор Уолтер Херц, которого обвинили в растрате огромного бюджета, выделенного на тюремную реформу. Доктор Херц, вам удалось достичь успеха? Я верю, что каждый может измениться к лучшему. И наша задача – давать людям шанс на исправление. С уверенностью могу сказать, что я вижу положительные изменения в отношениях многих заключенных. Я вижу в них надежду. Тюрьма должна быть средством устрашения, а не инструментом для развития и изменения личности. Наказание и обесчеловечивание во время содержания под стражей лишь толкает их на преступный путь. Какие дебаты прям. Ну и что, его освободили? Нет? Сейчас узнаем. И как? Это что, сопереживаешь, что ли? Ну, сейчас скажет, а меня освободили. И что, он хавальник-то открыл? Что, да, нет? Наверное, да, скорее, чем нет. Точно. Да, смотри, вот все. Типа вот его. Типа его городок. Смотри, освободили пацана. Смотри, больше не попадают, то сейчас тебя, блин, буду дубинками воспитывать. Типа, почему на письма никто не отвечает? Мы даем нашим подопечным важные навыки и, куда важнее, надежду. Мы помогаем им снова стать частью общества. Учим, как вносить свой вклад за пределами тюрьмы. А почему тогда жена не пришла встречать, там, допустим, с ребенком из тюрьмы? По-любому, мне там уже своя семья, она уже про него забила, что пропавший человек, думаю, нахер мне он нужен. Обычных граждан не станет обучать бесплатно. Никто не гарантирует им оплачиваемую работу. Мы должны заботиться о жертвах преступления, а не о преступниках. Я, кстати, с Нигером, с мэром больше согласен, чем с этим. Что толку тратить огромные деньги в угоду нарушением закона. Не, тюрьма должна быть, все-таки это не детский сад, да, реально обучать, а все-таки учреждение, где должны перевоспитывать, а не учить и наказывать за содеянное.
Перемены возможны, даже если придется работать с каждым человеком индивидуально. А у вас денег не хватит. Походу. Если ты на него одного там бюджет весь потратил. За ней голова отдельно, почти от туловища. А, дочура. Что-то дочура ни на папу, ни на маму не похоже. Можно сколько угодно просить кота не трогать птиц на вашем заднем дворе. Но все равно будет возвращаться снова и снова. Это да. Доводы Нигера больше убедительны. Такова его природа. Не, ну сами вот этот перевоспитался, да, вроде. Посидел немножко в депресснике. Ну так он сидел-то в карцере, если что, сначала. Он-то, так сказать, повидал все в тюрьме. Хотя, если бы, наверное, так же сидел в карцере, и этот доктор не взялся бы за него, то, мне кажется, он бы там загнулся бы нахер. Все, друзья мои, сценарий данной игры, кампания данной игры, она пройдена. Может быть, есть еще какие-то дополнения? Я, естественно, ну, точнее, я знаю, что они есть, мне писали об этом. А сейчас, получается... Ух, нихера, смотри. Оседлался не негритосика. Херачит это по щам. Кстати, этих фоток я не видел. О, повесился. На ремне. Грустно. Да, игра классная. В любом случае, это еще не конец прохождения в моем исполнении. Мы будем сейчас строить с вами тюрьму. По возможности буду строить ее такой, какой вижу ее я. Будем смотреть какие-то, может быть, я скачаю еще какие-то дополнюшечки, приколюшечки. И мы еще немножко поиграем в эту игру, я думаю, в любом случае еще сколько-то серий по ней будут. Построим свою тюрьму где-нибудь в начале или там еще как-нибудь. Песочницу, то бишь, где свобода действий. Теперь мы, собственно, знаем довольно-таки много, тем более спасибо людям, которые мне подсказывают в комментариях. Соответственно... Ну, я смотрю, что интерес появляется к этой игре, и появляются немножко просмотры, поэтому есть смысл ее еще постримить. Prison Architect. А это кто? Кто-то там на чьей-то могиле. Игра классная, мне очень нравится, она очень разнообразная, очень богатая всякими мелочами, это очень классно. Это очень... Рекомендую, кстати, очень игру, если вы до сих пор, ребята, еще не поиграли в нее, то игра классная. Я ее всем рекомендую. Хорошая игра, чтобы сократить не один, не два, не три дня своих вечерних. Так что можете строить тоже свою тюрьму, как вы ее видите, а я буду строить свою, как вижу ее я. А мы с вами увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Вы поставите палец вверх, напишите какой-нибудь комментарий по всей этой теме. Если вам что-то не понравилось, также можете написать комментарий. Если ставите дизлайк, то, пожалуйста, аргументируйте, почему вы поставили дизлайк и что вам не понравилось, чтобы я что? Правильно, улучшал свой контент и себя в том числе. Всем спасибо за внимание, всем пока!